Главное уборись, нет! Колено преклони! Десятки пограничников склонили колено в честь павших товарищей. В годы Великой Отечественной войны все 485 застав первыми приняли удар врага. За более чем 100 лет существования пограничных войск свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями. 158 воинам-пограничникам присвоено звание Героя Советского Союза. Российская земля, Советский Союз, сегодняшняя Россия гордилась своими воинами-пограничниками, своими защитниками. Мы это помним из фильмов, на которых воспитывались, когда жили в Советском Союзе. Всегда мы гордились нашими ребятами, которые защищали наши границы. Рязани тоже есть чем похвастаться. На площади Победы пограничник получил награду 25 лет со дня окончания боевых действий, а после – возложения цветов. Это стало уже доброй традицией. Это было всегда, но организованно мы начали это делать с 2018 года, со дня столетия пограничных войск Советского Союза. Это было общегородское мероприятие. В наше время пограничная служба ФСБ России решает многоплановые задачи, демонстрирует высокую эффективность и четкость действий по обеспечению пограничного режима, по защите интересов страны. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».